Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Metal Gear Solid 5. Да, это мы слышали уже два раза, по-моему, вчера. Так. Отправлю я ребят на вот эту вот миссию, наверное. Так, все, четверо работают. Отрядов. Да. Так, что, награды? Давайте возьмем награды. Ух ты, елки-палки. Потери какие, ничего себе. Да. Ну ладно. У нас зато добровольцев пришло. 8 человек вот так вот просто на. 16 человек. Что еще дальше там поприходило бы, наверное? Ничего себе, добровольцев. Мы пятерых потеряли, и 20 человек нам пришло. Пойдет. Причем мы потеряли цешечек. У нас там один только А уровня в потерях был. И пришло к нам 16 человек. А, ребят. Ну, отлично, по-моему. Че? Мне нравится. Так, что у нас по максимуму? Уже забита база, в комнате ожидания 100 человек сидит, да? Ну, в принципе. Еще 50 человек на гауптвахте. Хорошо, тут меня ничего пока что не интересует. Хотя, подождите, бабло. Бабло, бабла мало, все равно не хватит, да, ни на какие, по-моему, да, нам, по-моему, 2 миллиона с чем-то нужно, чтобы построить. А, и все равно горючих материалов не хватает. Все, понятно, значит, на миссию. На миссию у нас сейчас две побочки намечаются, две важные побочки. Поиск сбежавших детей, 1 и 2. Я надеюсь, мы эти два побочных задания быстренько сделаем и, возможно, еще успеем каких-то зверушек прихватить с собой. Ну, поэтому поехали. Вот быстренько сюда. Да, сейчас мы доступны. Что-то более качественное доступно. Вот, проапгрейдился наш автомат. Теперь там глушитель есть на нем. Класс. Значит, что мы берем? Из основного оружия что мы возьмем? Наверное, вместо гранатомета мы возьмем снайперку с глушителем. Здесь у нас уже тоже глушитель есть небольшой. Так, это замечательно. Вспомогательное оружие. Давайте... Что? Ну, пистолет нам, в принципе, уже не нужен, да, водяной, на самом деле. Поэтому можно было бы и взять, может быть, даже... Давайте, кстати, вместо снайперки такой мы возьмем вот эту снайперку, которая будет прошивать, если будут там бронированные ребята, да? Ой, стоп. То мы возьмем вот эту снайперку, да, против бронированных. Будем работать. Все остальное меня устраивает. Усыпляющая граната. Молчунью мы... Нет, мы сменим молчунью прикид на... Обычный, о, наконец-то, выглядит по-человечески. Стоп. И все, и пошли на миссию. Сколько у нас получилось? 35 тысяч на миссию и 320 горючих ресурсов. Но ничего, мы сейчас, я надеюсь, сделаем какое-то количество побочных заданий. Как минимум два основных и какое-то количество еще побочек сделаем второстепенных, таких не очень важных. Но заработаем на этом деньжат, почистим еще этих аванпосты, потрусим. Посмотрим, короче. Что-то глаз дергается у босса. В душ я давно его не водил. А, нет, водил, по-моему, в прошлой серии, да, вроде бы мы мылись, да. Так, ну, детей, я думаю, отфултонить будет просто. У нас фултон теперь детей уже нормально фултонит, и мы, надеюсь, сможем быстренько... Блин, снайперка усыпляющая нам нужна была бы, да. Ну ладно, мы их, если что, оглушим с... Во. Во, почти снайперка, чё.
Ну, прыгай. Хорошо. Стоп, там что, вертолет? Серьезно? Ну, елки, думал бы сейчас простое задание. Ой, ладно, молчу, не, давай, на шпионаж иди тогда сюда. Это будет, значит, немного сложнее, чем... А, вон вертолет, нам туда. Чем планировалось. Да, я не в ту сторону смотрел. Ладно. Ну, по идее, вот этой снайперкой мы с какого-то количества попаданий сможем и вертолет пробить. Ну, это в теории. Вот, ну посмотрим. Сейчас нам не нужно никаких скрытых заданий выполнять, поэтому мы, может быть, даже попробуем сейчас... Гиены. Ну, контейнеры, ну, отмечайтесь. От елки-палки. Так. Вижу детей. Не знаю, как насчет вертолета. Может быть, когда он здесь будет пролетать, мы попробуем его бахнуть. Пару раз. Но я не знаю, что получится, как у нас. Немного не то. Давай, 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 давай. Перезаряжайся быстренько, быстренько, быстренько. Один. Давай, второй выстрел. Давай, 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 давай. Может быть, сейчас третий выстрел. Да, смотрите. Уровень славы понижен. Нас спалили, видимо. Ух, какой. Ёлки-палки, а. Такие ребята. Расскажи мне что-нибудь интересного. Высококвалифицированный солдат. Так. Дождь пошел. Не кстати, немного дождь пошел. Так. Куда ты? Куда ты? Стой. Стой. Все, улетай. Присядь, присядь сразу. Так, хорошо. Давайте забираем мальца. Не знаю, что ты там говорил, но мы тебя забираем. Тихонечко, тихонечко. Так, не будем сильно привлекать внимание. Давай. Получим сейчас наши 140 тысяч. Есть. Хорошо. Теперь пару контейнеров заберем обязательно. Упс. Смотрите, снайпер нас заметил, типа. Негодяй такой. Наверное, только парочку контейнеров заберем и свалим к следующему заданию. Я думаю, машину, наверное, брать не буду. Смотрите, вон еще бегает тело. Так. Не успеваю его по это запалить. В принципе, вот мы на выход уже вышли. Давайте этого эвакуируем, друга. И побежим к следующему заданию. Следующее задание это у нас что? Эвакуировать
Чё там кого? Эвакуация. Да, боже мой. Как это все удобно сделано, просто супер. Сейчас мы отойдем. Так, поимка легендарного шакала. Вот что мне интересно было бы на самом деле сделать. Эвакуация пленника, это не очень. Уничтожение тяжелой пехоты не очень. Разминирование тем более не очень. Эвакуация со старой главной базы. Вот это да, это полезно было бы. Так, ну мы вот так вот сейчас пройдем. Эвакуируем здесь пленника. Потом эвакуируем со старой главной базы. И потом в конце уже сбежавшего ребенка второго эвакуируем. Ну а шакала уже придется отложить на потом. Вот такой вот план боевых действий. А я сейчас нажму на паузу и побегу. Может, на машину сесть? На машине неудобно. Я просто побегу. Бежал я такой, бежал и обнаружил по дороге пару контейнеров. Я, ну, никак не могу их пропустить. Надо обязательно забрать. Тут есть пара ребят. Вон мы уже, молчунья нашла. А, это у нас не ребенок, а это просто, да. Так. Еще двое здесь, да? А плюс... А ты кто такой? За туалетом спрятался, уже непонятно. Мы, наверное, что сейчас? Просто фултоним контейнеры и убегаем отсюда, наверное. Темно сейчас тут все равно, никто меня не увидит, наверное. Вот и... Побежали, побежали. Фу, ругаться. Ай-яй-яй. Все, побежали. Опс, спалили. Все, мы дальше уходим. Хорошая винтовка. Определенно мне нравится. Вон наша цель, которая меня сейчас интересует. Но я опять же на паузу нажму и пока побегу себе дальше. Вот тут вот каким-то чудом опять же оказались разбросанные припасы. Я вот, если честно, что-то не знаю, откуда они взялись. И молчунья прекрасно пометила всех, кого смогла здесь. Ну и что, наверное, пусть она начинает обстрел, я думаю, да? Потому что тут будет пройти, ну, не так просто. Так и не понял, с какой стороны стреляли. Стоп, у меня... У нее боевые, у нее не оглушающие. По-моему. Да, я забыл ей дать оглушай. Я в прошлой миссии брал, по-моему, или... Или нет? Я, короче, что-то не помню уже. Но, по-моему, она с боевыми. А, не, вон с оглушающими. Все не так плохо. Отдохни, дружок. Глушитель, конечно, быстро заканчивается, но я надеюсь, что я смогу проапгрейдить винтовку до нормального глушителя. Так. Поможем немного молчунье. Миномет Фултон не будем. Мы Фултон пополнили, я думаю, можно и от Фултон... А, не пополнили мы Фултон, не надо. Я-то надеялся, что... Все же в припасах было и пополнение на Фултон. Так, эй, кто-то попал по молчунье. Негодяи. Так. Хорошо. Хорошо, сколько народу, это кошмар. Вот. Прям под носом у них будем фултонить. О, молчунья, молодец. Мне так нравится, когда она так вот делает, когда бежит просто и это. Оглушает всех подряд, кто у нее на пути там становится. Ну, кстати, еще 70 метров, и еще можно будет пополнить себе боезапас. На горке там. Немного выше. Так, хочу посмотреть. Блин, кто-то опять по ней стрельнул. И попал таки. Все, улетел, получили. Сколько денег получили?
Где бабло? 90 тысяч. Окей. Ну что, я думаю, мы можем уходить отсюда. Наверное. Или дочистим уже этот аванпост. Может, тут ребята хорошие есть. Полезные. Вот ты кто, например? В лицо посмотрим ему. О! Да, этого можно взять. Ладно. Что ж. Так. Контейнеров вроде не видно. Давай, 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 давай. Опа, опа, ему так. Ладно. Может, что расскажет. Высококвалифицированный солдат где-то находится здесь. А, вот, смотрите, в этой, да, его не было видно. А? Кто там? Кто там? Где там? Где ты вообще делся, а? Солдат высококвалифицированный. Насколько ты высококвалифицированный? Достаточно. Вполне. Да. Так. Тебя тоже отправляем. Так, там уже ребята в чувство приходят, по-моему, да? Вот этот вот пришел, по-моему, в чувство. Все. Захвачен аутпост. Отфултонили всех, вроде бы, да? Вроде бы. Орудия разные остались. Блин, машина осталась, конечно. Ну ладно. Глушитель. И все, да? Только глушитель. Ну и боезапас. Ну такое. Ладно. Следующая наша цель — это эвакуация со старой главной базы. Давайте мы отправим Молчунью шпионить где-то в этой области. Я не знаю, как у нее получится найти эту цель или нет. Ну и сам я тоже. Это кто такой? Роу Койот. Это не тот, который нам нужен. Что-то пометили нам этого друга. Ладно, побежали, короче. Так. Эвакуация со старой главной базы. Следующее наше задание. Но пока я, если честно, не совсем понял, где нам искать нашу цель. Неужели прям вот здесь вот будет? Вроде бы здесь противников нету. Довольно тихо и спокойно. Там дальше Молчунья, да, обследовала всю территорию. Там, конечно, все посерьезней. Но, наверное, где-то на вот этих вот болотах и будет наш бывший сотрудник. Внимательно так смотрим, присматриваемся. Козочки бегают. Так, и сбивают мне наведение на цель. Пока что вроде бы я не вижу никого, кто подходил бы по нашим. О, вон. Во-во-во-во-во-во-во, уже вижу. Где-то он здесь. Вот он, вон он, вон он, вон он. Стой, 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 стой. Оп. Так. Давайте мы сделаем вот так. Молчунья его не видит, да? Не видит, к сожалению. Интересно, смогу я по нему? Нет, так не смогу. Ой, Молчунья куда-то. Что она там? А, начала обстрел уже. Попробуем немножко ближе подкрасться к нему, пока Молчунья там развлекается. Хотя нет, мы Молчунью давайте на следующую позицию. Ой, не сюда. Ну ладно. Пусть там. А, это в особняке следующий пацан будет. Опять особняк. Опять.
стреляет серьезно. Так. Есть. Пару выстрелов в голову и все. Цель забрали. Так, как мне теперь туда попасть? Вот в чем вопрос. Ага, вот здесь дорога где-то есть. Блин, это через шахту пройти придется. А, можно вот так вот обойти. Так, мы снимок получили. Давайте, наверное, мы снимок посмотрим потом. Я надеюсь, что я не забуду. Я постоянно что-то забываю, потому что постоянно много всего происходит, постоянно много всего хочется показать, рассказать, но просто за часовую серию даже не успеваю сделать все то, что я хочу, и поэтому частично некоторые вещи забываю и не показываю, которые хотелось бы. Так, подождите. Это мне уже не нравится. Что, мы здесь не пройдем, хотите сказать? Ну, как минимум, мы алмазы нашли, и то хорошо. 100 тысяч на дороге. Да, валяются как раз на дороге 100 тысяч. Блин, а как нам туда попасть тогда? Что, придется действительно через эту шахту идти? Это плохо. Здесь тоже ничего нету. Блин, еще разок по карте глянем. Ну да, только тут вот один путь и там один. Ну ладно, пойдем. Что поделать, я на паузу нажму и поскочу. Так. Приближаемся к нашей последней цели. Пришлось, конечно, повозиться, чтобы выбраться из тех шахт. Сейчас, я думаю, придется повозиться еще здесь с этим особняком в очередной раз. Так, а может быть, пацанчик не в самом особняке, не знаю, сейчас будем смотреть. Вертолета здесь нету, это хорошо, танка тоже вроде нету. Это плохо, я бы отфултонил бы с удовольствием бы танк на базу. Вот, но... сейчас... Давайте мы сейчас Диди возьмем. Давайте вызовем Диди, поддержка напарников, Диди. Давай сюда. Прямо на меня, пожалуйста. Уже очень... Уже посветлело, кстати, да? Мы всю ночь пробегали. Но неплохо так выполнили. Деньжат подняли. Одними алмазами я набрал 1300. 1300, говорю. 130 тысяч одними алмазами набрал. Очень-очень неплохо, по-моему. Так, что там едет? Диди, иди сюда. Диди? Давай, 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 сюда, 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 тихонечко. Привет. Привет, привет. Давно тебя не видел. Не видел. Да, машина приехала. Окей. Диди пока помечает потенциальные цели, а мы ищем пацана. Там минное поле. Пацан вон. Где-то там. Внутри дома, на втором этаже, походу. Ух. Слушайте, это будет непросто. Это будет непросто. Тем более сейчас еще и утро. Угу. И тем более, что здесь еще ребята, серьезно, ну ладно, в принципе-то, как бы, нам ничего не мешает их всех расстрелять, чертям. Вызываем молчунью, наверное, да? Кого мы можем? Уокер, лошадь, о, лошадь, у меня, кстати, на лошадь, а, я не могу молчунью вызвать, да, походу? Ага. Смена оборудования.
Это для Диди могу поменять. Ага. Молчунья, наверное, в лазарете, потому что по ней попали там какое-то количество раз, поэтому я, наверное, сейчас ее и не могу вызвать. Ну, лошадь, что мне с лошадью? О, шагоход как-то это тоже не особо мне поможет. Там ракеты, конечно, есть. Пулеметы, все дела можно пофигачить. Давайте сейчас дождемся, машина уедет. И начнем всех расстреливать. Давайте, может, позицию какую-то где-то поудобнее займем. Сейчас они все толпой тут выбегут. И это будет не очень удобно. Придется, может быть, побегать. Давай, уезжай подальше куда-нибудь отсюда. Тебе же лучше будет. Ой, лучше будет. Так. Вот, начнем с вот этого. Сейчас дождемся, пока машину слышно не будет. О, хорошо. Есть. Один. Второй. Третий. Мы его ранили, походу, только, да? Хорошо. Четвертый. Это кукла. Хорошо. Попал. Чего не ожидал. Так. Ух, как щит улетел. Красота. А, это я в щит попал, поэтому он улетел, да? А я-то надеялся, обнаружен противник. Так, ну что, пошли потихоньку, чё нам? Шпок-шпок помечает там. Сейчас мы... Кто? Как эти ребята вообще? О, эсочка. И А, походу, да? С и А. Оп, скончался. Это кто скончался? Они оба, короче, скончались, пока я чехлился. Понятно. Так. Пацанчик где-то здесь. Ладно, надо заходить вовнутрь. Блин, я испугался было. Нам на второй этаж. Давайте сразу поднимемся. Блин, это если я пацана подниму, то я не смогу винтовкой стрелять. На. Ух, сколько их там. Как муравейник мы разворошили, да? Патронов хватит на всех, ребята. Не стесняйтесь, давайте. Приходите. Так. Хорошо, пошли. Один у нас прям тут стоит. Мы его можем даже вот так вот сделать с ним можем. Хорошо, пусть отдохнет немного. Тут еще тело. Сразу за дверью, давай. Хопа. Через бедро его. Да, пойдет. Так, где пацанчик? Так, ага. Тихо, 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 тихо. Давайте обезвредим вот это тело. Все. За пацанчиком и на свал. Тихонько там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что-то рано встал. Так, я надеюсь, это не тяжело бронированный друг. Услышал, как дверь хлопнула. Походу. Так, вот, вниз спускаемся. И вот выход. Да, мы выбрались. Похоже. Опа.
А, хорошо, что это такие себе ребята. Так. Давай, малыш. У тебя свой собственный транспорт сегодня будет. И улетай. Ох. Довольно быстро справились, я бы сказал. И еще 140 тысяч. Пацаны решили как-то самоорганизоваться и пойти против нас. И все это по-любому Элай затеял. Сто пудов. Так, хорошо. Давайте вызовем вертолет и вернемся на базу. Вертолет. Рандеву. Да, куда-нибудь туда. И побежали отсюда. 40 тысяч вертолет! Ух, ничего себе, у меня вызов вертолета стоит. Да, это мы 70 тысяч потратили только на экипировку и вертолет. Ну, хорошо, что мы, да, 140 на 2, и плюс еще 130, и еще 90, ну, еще ресурсов немного на раздобыли. Ну, не все так плохо, но, конечно, дорого. Вертолет весьма нехилый такой. Все, я готов. Я тебя встречаю уже. Но зато он быстро прилетает. Все, Дидье, сваливаем. Поблизости больше никаких миссий не было, поэтому мы просто уходим. В следующий раз повыполняем другие побочки где-то какие-то. Вот. А пока что да. Вернемся на базу, фотку отдадим. Ну и посмотрим, может какой-то ролик будет. На что я в принципе надеюсь. Это добровольцами пришли ребята, это нам не интересно. Уже просто приток добровольцев просто из ниоткуда идет очень большой. Ну, довольно неплохих причем добровольцев. Так. Так, событие задолбало уже. На главную базу. Давай, погнали. Угу. Да, ролик. Как и ожидалось. Сейчас ролики идут уже один за одним просто-напросто. Вообще, хоть не игра, не на запись. Ну, надо, главное, на запись, на базу не возвращаться. Наверное, как-то так. Так. Что происходит? За Миллером присматривай, говорит. Чё не так? Ну ладно. А, значит, нам на медплатформу. Надо было сразу, наверное, на медплатформу лететь. Коробочка, где ты моя? Не-не-не, бери-бери. Да ну блин. И на медплатформу. Medical. Окей, давай. Давайте мы посмотрим на фоточку сначала. Я не забыл еще.
Тут, как всегда, музон играет. Так, фотка у нас в базе данных, в коллекциях. И... Во, рыбалка. Как Пас рыбачит с каким-то из сотрудников прошлой нашей главной базы. Наверное, с этим, которого мы спасли, естественно. Так, пошли искать Пас опять. Где-то она тут вот наверху, по-моему. Ой, прости. Я периодически к стенкам прилипаю и не могу пройти просто нормально. Вот идет дверь, нет охраны, странно. Все. Пас. Привет, фоточки очередные. Ну, фоточки, давай. What is it, Snake? Смешной такой у нее голос. Или акцент, даже не знаю. Манера речи. Just waiting for a fish together can be the most fun of all. Oh yeah, Chico got all worked up and almost fell into the sea. When they do some more fishing, tell me, okay? Okay. I'm sorry, Snake. My head hurts. Снова у нее голова разболелась. Let me rest. Да, конечно, отдыхай. Я пошел. Нам еще осталось таких фоточек надыбать. Сколько, давайте прикинем примерно. Так, 6. Еще 6 побочных заданий будет на эвакуацию этих ребят. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Вызываем вертолет, наверное, и будем готовиться к следующему заданию. В душ? Где душ? Вон душ. Давайте сразу тоже в душ сходим, чтобы наверняка... Ой, это не душ. Вот это душ. Так, хорошо. А сейчас мы еще... По-моему, можем или не можем. Сейчас посмотрим. Проапгрейдить что-нибудь на нашей базе, или на главной, или на передовой платформу какую-нибудь поставить. И если нет, то начнем что-то исследовать. Так, давайте, пока он будет взлетать, руководство базой. Так. Да, вот здесь дешево и сердито за 400 тысяч можно построить какую-нибудь платформу. Наверное, научно-исследовательскую я все же построю. Да. А теперь деньги снова собирать и собирать. Вообще горючих ресурсов не осталось у нас. Ну ничего. Награды. Так, что у нас там? Не успел забрать награды. Хорошо. Хорошо. На этом мы... Так, сейчас мы посмотрим, что на этом. Может, мы, кстати, выполнили какое-то серьезное задание. Сейчас проверим. Так. Награды. За внешние задания 30 тысяч. 300 сомы получили. Да, прекрасно. Просто прекрасно. У нас теперь гора целая сома. Так, и на внешние задания. Сколько у нас осталось времени? Ага, еще 34 минуты для первого боевого испытания нашего танка. Ну, пока что да, пока что. Посмотрим. Я хочу сейчас отправить на какую-нибудь простенькую миссию на 11 часов, может быть, чтобы не дольше. Чтобы завтра с утра переставить. 11... Вот 11 дней некоторые миссии, это жесть. 23, 22, 12... О, 12 часов. Хорошо. 100 тысяч получим и 1000 обычных металлов. Так, 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 так. Правильно? 12 часов. Хорошо. Потому что если бы на 12 дней, то я как-то не очень горел бы желанием отправлять ребят. Вот. Окей. Все. На этом, я думаю, мы можем закончить. Так, светится почему-то. Что у нас? В базе данных что-то новое появилось, да? Поэтому подсвечивается таким цветом. Или, может, что по разработке? А, да. Мы для нашего... для нашей лошадки
изучили. Вот, костюм Фьюри Корна. Я еще не мерил его, ну, в смысле, не пробовал вызывать лошадку нашу с этим костюмом, но надо будет попробовать как-нибудь. Так, посмотрим сейчас, что еще с маскировкой. Боевая, Фултон, все это у нас уже есть. Бабочка пороченная, я даже не знаю, мне кажется, этой мне хватит. Это и этой костюм. О, Ксов, серый костюм. Отлично, стандартная серая форма Ксов, ударного отряда Шифра. Получили новый костюм для Молчуни, вот этот мы давайте изучим. На вот это вот безобразие я тратить не буду. Золотой, он точно такой же, как серебряный, он ничего совершенно не делает. Это тоже, наверное, ничего не делает, но это, может, будет выглядеть как-то интересней. 600, правда, тысяч мы на него слили. Ладно, все, на этом исследование закончим, оставим бабки на развитие нашей базы. И пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.